Берет, тельняшка, парашют за спиной и небо под ногами. Праздник крылатой пехоты в голубых беретах. День ВДВ. 2 августа в странах бывшего Советского Союза празднуют уже много лет. Сегодняшний день не стал исключением, и гагаузские ветераны военно-десантных войск традиционно встретились у мемориальной доски в Комрате, чтобы возложить цветы и под гимн родного войска прокричать. Ура! 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 Все войны... Десантники запаса приезжают в город Комрат для того, чтобы возложить цветы у памятника, для того, чтобы вспомнить своих товарищей, с которыми они служили два года, и вспомнить все те моменты своей службы в армии. Слава ВДВ! О могуществе ВДВшников существует много легендарных историй. Например, что они легко разбивают о свою голову стеклянную бутылку и купаются в фонтанах. И это даже не стереотипы. Делал, когда был моложе. Сейчас не хочется. Еще не та доза. Встречаемся, прыгаем в бассейн. Дружно ходим на мемориалы, на эти возложения цветов. А потом отдыхаем. Можно еще в фонтане искупаться, как бы, да. На самом деле эта традиция начинается еще с далеких, давным-давно, да. Праздник настоящих мужчин. Почему? Потому что воздушно-десантные войска это всегда были, наверное, элитой советской армии, наверное. Они выполняли самые тяжелые, самые боевые, самые сложные задачи. Для некоторых служить в ВДВ было мечтой детства, которую они успешно реализовали. В третьем классе я писал сочинение. Хочу стать десантником. Я всегда мечтал. Солдатом был в войсках ПВО, потом в ракетные войска стратегического назначения прошел. Всю эту воздушно-десантную Болградскую дивизию. Попал уже в звание старшего прапорщика. Первый прыжок я почувствовал именно чувство десантника. Вот это. И те войска тоже уважают, но... Самое родное стало мое ВДВ. Это наше ВДВ. ВДВ погибает, но не сдается. За ВДВ! Поддержать военные праздничные традиции пришли не только ветераны службы. В семье Артема Крестеогла десантников нет. И в будущем он мечтает стать первым. Не служил, но хочу служить. Потому что я смотрю сейчас на десантников. Они очень мужественные, сильные. Я хочу быть такие, как они. Я хочу, чтобы все были здоровы, чтобы... Каждый десантник оставался десантником, потому что бывших десантов не бывает. Отпраздновать свой профессиональный праздник в Комрате собрались около 30 десантников. Они традиционно возложили цветы у мемориальной таблички авторам гимна ВДВ, один из которых был из Гагаузии. После чего с флагами войска и автономии десантники устроили автопробег по Комрату.